Но морозы пугают не всех тюменцев. Пережить зиму в летней одежде намерен Руслан Вахитов. Добирается до работы он на велосипеде, в шортах и майке. Готовился к этому много лет. Принимал контрастные души, холодные ванны. Впервые перенести холода без теплых вещей тренеру по айкидо удалось в 2014-м. Правда, сейчас погода по-настоящему испытывает на прочность. Но это не мешает спортсмену каждый день преодолевать 30 километров. Пределы расширяются. Каждый раз дистанция увеличивается, температура понижается. Реакция в 99% положительная. Постоянно вижу палец вверх, все сигналят, руками машут. Меня это очень заряжает, мне это нравится, и я рад, что доставляю людям радости, удовольствие.